Проблема рационального использования природных ресурсов в современном мире возникает все чаще. Внести свой вклад в бережное использование энергоресурсов может каждый житель Верхневолжья, например, установив общедомовые приборы учета электроэнергии. Электроэнергия – это незаменимый ресурс в повседневной жизни. Самая большая доля затрат энергии приходится на домашнее хозяйство. В наших домах электрический ток зажигает свет, нагревает утюг, заряжает гаджеты, заставляет работать компьютер, холодильник и другие приборы. Каждым годом увеличивается количество техники, которая требует больших затрат электроэнергии. При этом энергосбережение, основанное на использовании новых технологий, позволяет уменьшить потери электроэнергии. Помимо этого, оно позволяет снизить нагрузку на семейный бюджет, а также сохранить природные ресурсы. Я стараюсь бережно относиться к энергоресурсам, поскольку сейчас мир в этом нуждается. Ну, к примеру, я приобретаю для этого энергосберегающие лампочки и стараюсь выключать свет там, где как бы никого нет, и в отсутствии кого-либо дома тоже также стараюсь выключать свет, ничего не забывать. Ну, еще помимо всего прочего, мы недавно приобрели энергосберегающий холодильник, и это действительно экономит мои деньги. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области напоминает жителям региона о возможности установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии за счет средств, направленных на капитальный ремонт в многоквартирных домах. В составе ремонтных работ – внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Согласно закону Тверской области от 28 июня 2013 года номер 43 ЗО. Все подробная информация находится на официальном сайте министерства. Минэнерго.тверскаяоблась.рф